самое, наверное, первое впечатление, это когда сбрасываются створки головного обтекателя, и у тебя есть возможность посмотреть на планету еще с небольшой высоты, порядка 50-70 километров. Но тем не менее, уже она поражает вот своей красочностью, вот этой голубизной, чистыми красками такими. Но надо работать постоянно, ты участвуешь в процессе полета ракеты. Но вот это яркое первое впечатление, что ты увидел планету с такой высоты, вот оно сразу как-то западает в душу.